8 октября в Каспийске по поручению главы города Бориса Гонцова состоялся выезд с целью проверки муниципальных имуществ для выявления нарушений. Основная цель – это определение целевого использования данных помещений арендодаторами. В ходе рейда сотрудниками управления имущественных отношений администрации Каспийска был выявлен самовольный захват помещения по адресу Орджоникидзе-1. Мы повторно выезжаем для повторного уведомления занимаемого самовольно данного нежилого помещения, принадлежащее муниципалитету. Мы обязаны будем выехать для того, чтобы освободить данное помещение. По словам сотрудников управления имущественных отношений администрации Каспийска, ранее они также связывались с людьми, которые незаконно захватили помещение, но те, в свою очередь, не пошли на добровольный контакт. На сегодняшний день было решено дать срок для освобождения помещения до 15 октября текущего года. Кроме того, были проверены и коммерческие помещения по адресу Орджоникидзе-3. Мы продолжаем очередные выезды для проверки муниципальных помещений, сданных в аренду. По данному адресу Орджоникидзе-3 по всем кабинетам мы прошлись, обозначили свой визит, с какими целями, проверили в наличии всех документов и по факту занимают площади только арендаторы. Поэтому по данному помещению нарушений не было выявлено.